Дорогие друзья, всем привет! С вами передача «Покашеварим», как вы догадались. Сегодня в выпуске я решил показать, как сделать простецкую, но очень вкусную закуску. Все знают, что такое крабовые палочки. Конечно, они никакого отношения не имеют к крабам, но тем не менее они очень вкусные. С этими палочками можно делать что угодно на самом деле. И тот вариант, который я вам сегодня покажу, подсказала мне коллега с моей работы. Спасибо тебе за это! Для приготовления этих вкусных палочек нам потребуется. Ну, сами крабовые палочки, как вы поняли, да? Еще нам нужно немножко сыра. Я буду использовать сыр Эдам, потому что он такой мягкий и насыщенный. Чеснок, укропчика вот столько. Две яйки и майонез. Все просто, дорогие друзья. Сначала мы с вами сварим яички. Как варить яйца, я уже неоднократно рассказывал, но готов повториться. Кладем яйца в холодную воду и после закипания варим их 9 минут. Можно 10, ничего страшного. Натираем на мелкой терке сыр. Меленько рубим укроп. В смесь сыра и зелени добавляем чеснок. На 8 палочек я добавлю 3 зубчика чеснока. Туда же добавляем 2 желтка. Всю начинку заправляем майонезом и хорошенько перемешиваем. Консистенция начинки должна быть такой, чтобы она просто завернулась в палочку, достаточно плотненькой. Похожей примерно на творог. Крабовые палочки надо раскатать в один пласт. На распластанный кусок крабовой палочки выкладываем начинку, несколько чайных ложек, и закатываем палочку обратно. Вот и все, в общем-то. Вот таким вот простым способом мы получили наивкуснейшую закусочку. С вами была передача «Покашеварим». Всем пока. До новых встреч.